Один з лепшых лесарубаў, прычым не толькі Беларусі, працуе ў Бабруйску. Вальшых лесу з фандоўку Александр Сухака стаў другім у асабістым заліку на адкрытым чэмпіянаце лесарубаў у Эстоніі. Ён перамог прафесіналаў з Літвы, Латвіі і Фінляндыі. Заступіў толькі гаспадарам саборніцтваў. Дарэчы, гэта не першы поспех Александра на міжнароднай арэне. Александр Сухака – лесаруб по призванию. Лалка лесу для его и працы, и спорт. Менавіта в спорте Александр досягнул международных вершинь. Некольки годов тому был третьим на чемпионате свету. Сёлета другий в открытом чемпионате лесаруба в Эстонии. Дается на одно дерево 3 минуты свалить дерево. Но за эти 3 минуты я должен успеть сделать правильный пень, чтобы он по параметрам по всем подходил. И положить точно в направленное мне направление дерева, чтобы оно легло точно. Удел таких споборництвах, перш за все, повышая профессиональный уровень лесорубов. Жадание перемогчи, стимулируя до виртуозного майстерства. Это, в свою чергу, поляпшает выники и якость працы. Меньше травматизма на производстве. Ну, зарплата, естественно, растет у вальщиков. Ну, одни плюсы. Бригада, у якой працуе Александр Сугака, за смену нарыхтовая до 70 кубометров лесу. Усяго у фандоку 5 лесопунктов, якія забяспечваюць потребу предприемства в сыравіне. Леспрофос ООО «Фандок» заготавливает ежемесячно порядка 10 тысяч кубометров древесины. Он закрывает потребность в пиловочнике хвойном. Но фанерное сырье еще, кроме этого, закупает Министерство лесного хозяйства. Ирина Бордиловская, Александр Тарасов, «Новин регион».